Компания «Гарант» сообщает о старте акции «Внимание, должник». На информационных досках у подъездов домов специалисты будут размещать объявления с долгами жильцов за электроэнергию. Задача – привлечь к решению проблемы внимание общественности. Специалисты «Гарант» обеспокоены. По данным на 1 июня 2019 года, жители Ивановой области недоплатили гарантирующему поставщику 242 миллиона рублей. Пока с должниками активно борются только судебные приставы, регулярно выходя в рейды. Хотим обратить внимание добросовестных плательщиков на то, что с ними по соседству могут жить так называемые энерговампиры, то есть жильцы, которые по сути пользуются электричеством за чужой счет. И эти мероприятия будут продолжены. Пока в июне-июле появились первые объявления, и далее мы будем размещать такие объявления на информационных досках других многоквартирных домах. Суммы долга варьируются там от 1,5-3 тысяч до десятков тысяч рублей.